Как уже было сказано, главные силы отошли на северный хребет. Но я хочу, чтобы каждый здесь был готов к бою. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно! Пошли! Контейнером! Бегом марш! Внимательно смотрите в траве, на деревьях. Каждый чертовый деревья может засесть маленький тот. Наши самолеты разбомбили тут все к чертовой матери. Они вернутся, как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только мы. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо! Снайпер! Где они, черт побери? Тенотика! Они обошли с пушками с пуском! Смотри внимательно! В траве! Да, наверху! На деревья! Снимите их! Они вот сюда! Лежко с песком! Залезайте в бункеры! Что-то они слишком быстро вычислили нашу позицию. Наверняка в туннелях засели корректировщики. Надо пришить их. Прихлопни их. Иди туда, Миля! Ну-кай, готовы динамить. Удачи. Мы перегруппируемся на той стороне. Он вот все, когда потом покай состояли. Ну-кай! Давай, поторопись! Газ! Быстрее! Быстрее! Паучьи ямы! Ищите еще! Санитара сюда! Будет сделано! Ложись! В тебя летит граната! Мы углубляемся внутрь замка! У меня хватай, кончаются патроны! Не надо! Берите оружие противника! Они идут прямо на нас! Ложись! Ложись, граната! Приближается вражеская пехота! Там! В окне! На крыше засели! Вижу противника! Ловушки! У нас потери! Потери, гнева!
кончаются патроны! Не надо! Берите оружие противника! Они приближаются! У меня кончаются патроны! Если надо, берите оружие противника! Сейчас все искупаемся в крови! Огневое прикрытие! Перезаряжаю! Там! Возьми! На крыше засели! Жми вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Первый миномет на окоп впереди! Миллер, разберись с ними! Мне дважды повторять не надо. Обойти с фланга! Все, убирай! Покрывайте мины! Брось ее обратно! Жми вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Первый миномет на окоп впереди! Миллер, разберись с ними! Как скажешь. Обойти с фланга! Найди укрытие! Подбирайте мины!
Сиди там. Самолеты уже в пути, они помогут нам. Хорошо. Они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке. Обходят с фланга по обеим сторонам. Очистить каждый угол в этом дворике. Разделитесь и разберитесь с ними. Сержант, тяни. Целься. Огонь! Филя, тому пулемету! Зачистить район! Сержант! Мы засекли их передвижение! Прекратите огонь! Они приближаются! Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! Миллер! Полонский убит! Эти звери убили его! Зверьё! Держать оборону! Вы просто зверьё! Береги! Шевелитесь! Внимание! Слышите меня? Еще ничего не кончено! Вести огонь на подавление! Ожидаю координаты цели. Слышал? Вызывать самолеты! Подтверждаю! Отправь их в вас! Перезаряжаю! 45.
20 секунд. Вражеская пехота! Готов нанести удар с воздуха. Подтверждаю. Приближается вражеская пехота. 45 секунд. Авиаудар. Вызывай самолеты, Миллер! Вести огонь на подавление! Координаты получены. Кончено. Наконец-то все кончено. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Войска Красной Армии окружают Рейхстаг. Здание парламента – последний оплот фашистского рейха. Мы уничтожим на этих... Все будет хорошо. Слышишь меня? Они затопили свое метро, пытаясь убить нас, Дмитрий. И снова им не повезло. И снова мы обманули смерть. Все будет хорошо. Отдохни пару минут, отдыши. В мирное время косили пшеницу и рожь. Мы кровь очистили. Думаешь, это нам поможет вернуться домой? Писать про войну вместо того, чтобы воевать? Гадов в их собственной крови. Никто не будет это читать. Если у тебя кишка танка убивать за родину, то, по крайней мере, покажи, что ты готов умереть за нее. Слышали, товарищ? Налево! Еще несколько часов, и Берлин падет. У каждого из нас своя рота. Веди, головой. Огонь по тому зданию! Дмитрий, за мной! Окружаем здание с обеих сторон! Стоишь там, что?
Пойдем напрямую. Дать сигнал. Скоро все будет кончено. Сегодня мы славно отомстили врагам. За себя и за родину. В атаку! Нейтрализовать! Бункеры сильно укреплены. Мы должны уничтожить единицы мощности, чтобы освободить путь бронетехники. Недостаточно уничтожить живую силу противника. Нужно найти гранатомет. Нужно сделать все для того, чтобы... Как держать, Дмитрий? С одной надо болит. Осталось три. Еще одна пушка. Осталось еще две. Кто-нибудь, помолитесь за него. Заходим. Вы за этим пришли. Убейте их. Сотрите их в порошок. Путь к нашей великой победе был услан телами павших.